Здравствуйте! Еще немного, еще чуть-чуть, и вы снова будете обнимать нас. А вот мы уже грустим, что вторая смена так быстро пролетела, и многие вернутся в ДРП только в следующем году. Итак, сегодня состоялась очередная битва на пионербольном поле между командой девочек из провинции Монтана и Николаем Зиминым. И вот уже в 16-й раз Николай одерживает победу в этой нелегкой борьбе. Команда становится все сильнее, и кто знает, возможно, уже в 2017 году победителями станут наши девочки. А пока от всей души поздравляем Николая с заслуженной победой. Вторую половину дня жители ДРП провели по отрядным планам. Казаки-разбойники, репетиции отрядных огоньков, съемки мини-роликов по отрядам. Также продолжилась работа над проектом «Планета ДРП» с участием ребят из разных провинций. Не терпится поделиться результатом совместной работы наших фотографов и детей. Но всему свое время. Мы обязательно вам покажем, дорогие родители. Следите за нашими новостями. Пока. Целуем.